Я хочу обратиться к каждому разработчику, планирующему поучаствовать в геймджеме Канобу 2016. Разработчик, не участвуй в геймджеме. От него ничего, только зло. Мы с тобой, true indie, скованы одной цепью и всегда заодно. Они тебе скажут, покажи скриншот. Не показывай. Украдут, продадут. Пиксель-арт сейчас на весь золото, 8-битный ты мой патриот. Комментаторов набежит туча, штук 12 не меньше, поверь. С каждым мнением считаться, повеситься лучше. Заварился ли Ролтон, сходи-ка проверь. А команды, одна другой краше. Имеют sci-fi, RPG, survival, match 3. Никто не поймет всей прелести нашего. Симулятора ходьбы без одной ноги с премиум, free-to-play, hot seat, 100 person, press x to win, real-time strategy, мультиплатформа с графонием под Oculus Rift, early access за $100 с инди-душком. Твой движок самописный подвергнут сомнению. 3 года трудов коту под хвост. Для них в Unity одной строки нагромождение лучше, чем производительности 2% прирост. И вообще, с их вредительской помощью может случиться худшее из бед. Окажется, что спустя 2 месяца проект готов, разрабатываемый в одиночку уже 6, мать его, лет. Так что послушай меня и сделай. Удали бэкап, почувствуй яичек жим, брось жену и детей, а проект переделай. Добавь краски в свою унылую жизнь. Никому, обещай, никому не покажешь до релиза игры своей. А после релиза поблагодари всех скачавших, маму, бабушку и близких друзей. А на джем забей.